Доклад был озвучен в рамках очередного заседания Белгородской областной думы. На собрании присутствовали представители Совета Федерации и Госдумы, местные депутаты, главы территорий, почетные граждане Белгородской области. Помимо итогов, губернатор обозначил приоритетные направления деятельности на ближайшую перспективу. Развитие экономики в сложных макроэкономических условиях, привлечение инвестиций, совершенствование социальной политики, дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы – по всем этим направлениям достигнуты немалые успехи. В своем выступлении Евгений Савченко не обошел стороной и ситуацию на Украине. Глава региона подчеркнул, что Белгородская область имеет многочисленные связи с сопредельным государством, как семейные, дружественные, так и экономические. Поэтому белгородцы крайне заинтересованы в скорейшей нормализации внутриполитической ситуации на Украине. А опасаться жителям Белгородской области нечего, считает глава региона. Хочу всех успокоить и заявить, что ни мы, ни на нас никто не собирается нападать. И ничто и никто жителям области не угрожает. У нас очень надежная правоохранительная система, которая не допустит никаких эксцессов со стороны любых провокаторов, откуда бы они ни исходили.